В очень многих культурах я вижу символы, знаки, украшения вот такой вот формы. Обратите внимание, что вот круглое что-то, потом трезубец, и потом что-то свисает вниз. Вот обратите внимание, сейчас вспомните все украшения. Отгадайте, что это символизирует. Матку роидную символизирует, ребятки. Матка, из которой выплескивается кровь, и через нее подарки природы, дети. И тот, кто не участвует в этом порочном круге жертвоприношения, он не существует. И это все от дьявола. То есть тот, которому мы служим, вся природа, все здесь, там, где мы находимся, я, вы все. Мы живем в аду. Это дьявольщина здесь. И только через нее мы можем вывернуться и попасть в другой мир. Но пока что нам нужно приносить жертвы.